Однажды в детстве подруга сказала мне, что вызывала кровавую Мэри, и что та действительно пришла к ней и очень сильно напугала. Я ей, конечно, не поверила. Уже в детстве я не верила в такие пустяки. Это все глупости, которые придумывают. Мы с ней поспорили, что я приду домой, вызову кровавую Мэри, и подруга утверждала, что она придет 100%, и я действительно ее увижу. Но ради интереса я решила это сделать. Я пришла домой, села перед зеркалом, дождалась 12 часов, расставила свечи. 3 раза я произнесла: «Появись, кровавая Мэри!». Потом я услышала странный звук. Я обернулась, но ничего не увидела. Я долго смотрела в зеркало, ничего не произошло, как я и думала. Поэтому я в это во все не верю. Кровавая Мэри, появись. Кровавая Мэри, появись. Кровавая Мэри, прям хоррор какой-то. Натурально. Скажу, что у меня не было мобильного телефона. И лет мне было поменьше. Мне кажется, это отличное начало для какого-нибудь полнометражного фильма.